Доброе утро. Все... Что делает этот мальчик? Он любит сам одеваться, да? Потому что ему сегодня куда идти? В садик, правильно. А вот этот мальчик уже оделся, да? И что опять он такой грустненький? Что ты хочешь, сынок? Что я хочу рыгать. Рыгать хочешь? Чувства. А на самом деле это... Не хочешь? Так, а ты давай одевайся, а то сейчас... Это... Я тоже... Ну, помнишь, меня вырвало в садике? Это давно, да? Меня еще и в больнице вырвало, потому что я поела запеканку. Еще дома несколько раз вырвало. Да это ж давно было. Не очень давно. А когда? Ну, давненько, летом еще. Мама поли да агаламоля. Мам, я могу это. Пойди шапочку поправь возле зеркала. Знаю, почему я выровняла. Почему? Потому что я в обед очень сильно наелся. Да? Очень-очень. Так не надо наедаться. А ты, молодой человек, одевайся, не сиди просто так. Так, у нас давай, на завтрак с Гришей Нет Гео Вайлд. И еще кофе, чай. И много вкусняшек, да? Конфетки. Где? Ты не ел конфетки? Я уже их тут мало. И этот. А вот это тоже интересная такая, называется, знаете, как Машка на юге. Машка на юге? Угу. Не Мишка, а Машка. На юге. Россия. Да. Так, ну что, у нас уже 10 часов, я уже даже повязала немного. И сейчас буду готовить обед. На обед мы доедаем пюре, которое со вчерашнего дня осталось. Хочу сделать еще яблочный пирог. И сейчас потушу крылышки и ножки утки. Начинаем с яблочного пирога. Просто ставлю вот этот миксер, который сейчас сам будет работать без меня. Здесь у меня 3 яйца, стакан сахара. В общем, будет яблочный пирог по бабушкиному рецепту. Он вообще 3 яйца, стакан муки, стакан сахара, можно ванили добавить, можно разрыхлитель. Если хорошо взбить яйца, то ничего не нужно, ни разрыхлителя, ничего. Поэтому яблоки, 3 яйца, стакан муки, стакан сахара. Начинаем с сахара с яиц. Когда все это будет белое, пышное, как крем, добавляем муку. Как я и говорила, у меня здесь уже взбилось тесто. 3 яйца, стакан муки, стакан сахара. Оно вот такое белое, огромное, пушистое тесто. Для нашего пирога вот я подготовила форму. Это первый раз буду печь вот в этом вот разъемном кольце, которое я заказывала с Алиэкспресс. Вернула его двумя слоями фольги. У меня фольга прям очень-очень толстая, как будто такой вот кусочек железа. Ну, по ощущениям, да, когда ее сгибаешь. Вот два слоя фольги. На низ буду класть сейчас яблоки. Я их не чищу, но обрезаю здесь, да, какие-то есть. Это семеринка наша. Ну, то есть, если есть какие-то штуки, я их обрезаю, но не чищу, потому что мы не любим расквашенные яблоки в пироге. В общем, на низ буду укладывать яблоки, сверху заливать тестом, ставить в духовку 180-200 градусов, примерно на 25 минут. Ну, в общем, время, температуру, все... Как ваша духовка любит печь и как ей лучше все это делать. Здесь у меня еще варится бульончик утиный. И здесь обрезки утки, крылышки и ножки с морковкой, с луком обжариваются. Сейчас их каким-нибудь соусом залью. Будет что-то типа подливки к пюре. Вот такой вот сегодня обед. На ужин еще, наверное, какой-то, не знаю, что будем. В общем, будем по ходу сочинять. Так, вот такой вот яблочный пирог получается. На дне яблоки, сверху тесто. Оно достаточно густое. И сейчас ставим в духовку.
Так, пирог готов. Григорий уже его попробовал. Ну, что, пирог? Нормально? Нормально, вкусный. Такой кислинка как раз. От яблок? Иди поправься, пожалуйста, перед зеркалом. Так, у нас тут гепарды. Выключаются. И Гриша собирается в школу. Потому что уже 12. Гриш, поправься. Ты поправился? Поправь. Нет, ты не поправился, Гриш. Поправь. Все. Что, там нельзя? Нет. Ну я его Мама заберу. Его не поставила. Мама теперь его не поставила. Гриш. 5 часов у нас уже почти. Сегодня я поехала за Григорием. Будем на ужин, не знаю, доедать подливу эту с мясом. Сейчас еще, может быть, макарошек сварю. В общем, не знаю, настроения никакого нет. У меня глаза закрываются. Все из-за того, что на улице уже второй день, вот вчера. И сегодня вот какая-то эта изморозь, туман, непонятно что, не проходит. И вот постоянно вечер. Проснулся, уже вечер. Ложишься спать и просыпаешься, и опять вечер. День не наступает, как будто бы у нас. Поэтому как-то вот так вот. Так что сейчас вот зашла, растопила, все, мы довязали, все сделали. Сейчас схожу, укропчика нащипаю родителям. Сереженечка сегодня поедет. А, да, родители в Ейск. И повезет им. Петрушки я уже им сделала. Укроп сейчас пойду. Ну так, я начинаю рвать укропчик. Смотрите, тут везде роса. Везде. Это же просто. Все в воде. Я тут замерзла. Блин, очень холодно. Сейчас вот нащипаю башки Гали укропа. Уже немножечко. Все, семейный ужин. Все дома, наконец-то. Соус просто. Макароны у нас, подливка, без мяса. И соус я купила, вот такой вот кетчуп. Хайнц. Ну, обычная томатная паста. А сейчас в обед в тюрьме макароны дают. Да, жрать подано. Садитесь кушать. Мы учим уроки с Григорием, домашняя работа. А завтра в 11:25 надо в школу. А, тебе же завтра... А ты сдал, да? Деньги. Да, я сдал. Короче, 100 рублей надо было сдать, театр, да? Нет, вроде такие цены, а в садике там, я не знаю, побольше были. Ну, 120, да? 130. Так что, проверяем упражнение. А почему уже другой ручкой? Это та же самая, которую ты мне покупала. Посмотри, почему два этих разными ручками написано. Не разной пастой? Нет. Гриша, посмотри внимательно. Цвет пасты, посмотри, какой был домашний. А, у меня две их. Гриш, ну так надо же одной писать. Вот так, если ты такой в тетради напишешь. Ой, орел. Мам, это макитоти? Смотришь, тетя? Нет, я смотрю Афоню. Вот так я смотрю Афоню. А Афоня кого смотрит? Маму. А мама хочет спать. Представляешь? А мама моки тети. Тетя смотрит? Да. А Афоня кого смотрит? А гуки-моки. Игрушки? Какие игрушки показываете? Как они называются? А это Моля. Это все твое? Да. А что это такое? Машинки? Нет. А что? Атлетки. Пистолеты? Да. Понятно. А это мой автомат. Большой автомат? Да. А где ты его взял? Дома пилю. Купили? Да. А дома пилотеки. Сам купил? Да. А как ты так смог? Где ты деньги взял? Там. Дома. Блин, я и правда хочу спать, сына. Пипец, хочу спать. Там лунка была. Там а, там где сумка? Моя лунка. Твоя сумка? Да. Так, ну что, мы ложимся спать все вместе, вот такой вот дружной компанией. Сначала... В общем, ничего мы не делали.
Смотрели доктора Рихтера по второй, и все. Это надо в понедельник еще посмотреть. Тебе понравилось? Да. А где ты там? А вон ты там. Да, в понедельник надо посмотреть. Да, мне тоже такие про врачей нравятся фильмы, и которые немножко такие запутанные. Странные немножко. Это в понедельник еще какого-то мальчика тут. Оля, вы правда говорите? Вот ты так руку держишь, я не знаю, вот так. Странно. Не, здесь сейчас это в камере отображалось, я не знаю, на что оно было. И это, и потом говорили, для когда в понедельник правду говорите. Угу. В общем, будем смотреть в понедельник. Все, всем пока. Папуля наш уехал. Куда? В Камышеватку. Завтра уже приедет. Или в Ейск. Нет, в Камышеватку. В общем, всем до завтра. Пока. Завтра у Гриши репетиция. Сегодня пораньше в школу. Завтра пораньше показатель... надо в школу прийти, чтобы пойти на театр, потом уроки, потом надо идти на репетицию. А потом же еще просто на карате. Это, кстати, репетиция же по карате. Потому что в субботу день здоровья, и там будет показательное выступление. Они меня убить раньше времени хотят. И это, и еще выбирают, кто садится на шпагатов. Родион, Богдан, Гриша. Не только они. Все, всем до завтра. А Виолетта.